Ну чё, мы заехали практически в один из самых дорогих отелей. Жара! Всем привет! Сегодня ночь. Вот наш лаунж. Тут пока что блогеры приходят. Илон Маск бы обзавидовался. Да, ракету в космос запустить с машины. О, ребят, вот что можно запустить в космос. Это, ребята, космический самогонный аппарат. Это большой самогонный аппарат. Если честно, не объясняйте, что это какие-то турбинные насосы, агрегаты, двигатели. Ух. И одна, это большая ракета, либо это какое-то отсоединение. Ну, симпатично. Честно, стало мне немножко скучно в этом, в общем-то, музее. Не знаю, либо просто много теорий, которые мне почему-то не вдохновило. Решил его что-то покушать. Ребята, это впервые в жизни такая огромная шаурма за 35 гривен. Ну, типа, таких цен в Киеве просто нету. Не за 35 гривен в Киеве даже делали в два раза меньше. Тут барышня навалила мне, что с картошкой, фри и так далее. Я просто в шоке. И чайка, потому что реально очень холодно здесь, в Днепропетровске. Ни хрена, тут еще весна не наступила. Ну что, мы приехали в цирк. Виталька пришел. Виталька! Нашлись! Виталька! Вот уже камера одинаковая. Давай знакомься. Виталий. Игорь. Виталик. Игорь. Виталя. Игорь. Виталя. Привет! Виталя. Привет. Андрей. Прям вообще. Как... Коллаборация камерами. Да что, даже у нас даже эти. У нас даже эти одинаковые. Насадки вот эти антиударные. Привет. А со Снежкой не поздоровался. Снежка. Я бы трубку курил, если был моряком. Мой парус обдуваю тысячи ветров. Новое свежее утро снова нас ждет за окном. Голос еще не проснулся, взглядами делаем маневр. Теплой кожи коснусь, мы здесь только вдвоем. Это что, реклама Билайна? Не упади, не улети. Видео жара? Запускаем видео. Полетит и кому-то на голову, Анушка-то упадет? Она взлетит? Да, она должна взлететь. Ну тогда давай я запишу это. Оно ж по идее должно будет куда-то упасть. Мне колесник Елена звонит. Она полетит в Тесле. Тесле? Тесле. Нас собрали в Тесле. Это щелчок камеры. Это давайте как бы типа нам пустой фоткаемся. Или сзади что-то. Раз. Два. Три. Жара. Ну мы нажрались, ребята, насиделись. Пойдем сейчас, наверное, все-таки в магазинчик. Может быть, там еще себе что купим. А завтра в видеожара в Днепре, в Днепропетровске бывшем. Должно быть весело. Не могут блогеры успокоиться. Решили бухать уже в номере, да? Да кто бухает? Что это бухло разве? Это энергетический напиток. Револьвер. Револьвер? Револьвер. Я не пью. Всем привет! Сегодня ночь, и Андрей сейчас говорит. Всем привет! И с вами я, топовый блогер Сергей Каменецкий. И я, топовый блогер Александра Киевская. Подписывайтесь на наш канал. Не такая топовая, как я. Сереж, не такой топовый, не такая топовый, как он. Же, да, она снимает, она красным горит. Да. Не такая топовая, как он. Ну и не такая топовая, как я. Подписывайтесь на наши каналы, мы вас очень любим. Александра Киевская. Всем привет! С видео жары 2018. И это Днепр. Какое число? 17. 17 марта 2018. Так, давай пройдемся по всем блогерам, кто находится здесь в помещении. Итак, привет, как тебя зовут? Снежка. Снежка. Маргоша Икс. Маргоша Икс. Маса. Как тебя зовут? Голландец Airsoft. Как тебя зовут? Валера. Как вас зовут, господа? Евреев нет. Я уже говорил, рассказывал. Еще надо? Дима Солярчин, всем привет. Дима Солярка. Солярчик. Солярчик. Полина Слепкань. Оля МС. Девушка Димы Солярчина. Как тебя зовут? Александра Киевская.
Сергей Каменецкий, самый топовый блогер в этом здании. Не забывайте подписываться на мой канал и на канал Андрюхи, который сейчас владеет этой камерой. Покажите, покажите. Какой Андрюха, блядь? Я не Андрюха, я Сережа, я владею этой камерой в данный момент. Не забывайте подписаться на мой канал, называется Сергей Каменецкий, у меня дохуя подписчиков. Как тебя зовут? Всем привет, меня зовут Ивангай. Ивангай, подпишитесь на Ивангая, он самый топовый блогер в СНГ. Как тебя зовут? Зеленый, не голубой, зеленый. Зеленый, подпишитесь на Зеленого, Зеленый самый топовый блогер в этом здании после меня. Как тебя зовут? Ну, у него мало подписчиков, поэтому не подписывайтесь на него. Как? А, Дима Солярчин, я помню. Подписывайтесь. И его девушка. Подпишитесь на нее тоже. У нее много подписчиков. И, конечно же, подпишитесь на меня и Диму Солярчина. У него классная кепка. Дорогие гости, у нас пополнение. У нас пополнение. У нас родились еще двое детей. Так, у нас пришел Амиран. Мы с тобой вживую не виделись, но... Привет. Мы знакомы с тобой? Трейсер. Конечно, знакомы. Сергей Трейсер. Ну, ты понял. Серега. Серега. Серега, я не Серега. Я Серега. Привет. Серега. Здорово. Это Адольф. Привет. Здравствуйте. И Дима Солярчин. Топ-контент приехал. Доброе утро. Ну что? Сегодня уже будет видео-жара в Днепре. Конечно, на улице по виду вообще ни хрена не жара, а даже дождь идет. Блин, капец, идет дождь. Ну, это не снег, я не спорю, но это дождь. Ну, ничего, на самом деле видео-жара же будет происходить в здании, поэтому это радует, что не будет нужно стоять на улице, мокнуть. Да, я думаю, что все придет сегодня круто. Так что мы сейчас понемножку собираемся. Движемся на завтрак. И что классно, что видеожара находится просто у нас возле отеля. Вот сразу. Все, нас собрали. Да. А там мы идем на другой какой-то вход, наверное. И мы сейчас уже будем выдвигаться на видеожару. Это на улице реально вообще не жара. Дождь, новая погода. Да ничего. Я думаю, это не испортит наше настроение. Бляха-муха, дождь, ребята. Люди, дети стоят для того, чтобы войти в помещение. Звездец, просто звездец. А у нас зонтика-то нету. Вот наш лаунж. Тут пока что блогеры приходят, а я хочу вообще найти сцену, где вообще все будет происходить. Так, короче говоря, мы решили, пока здесь еще не напустили людей, посмотреть здесь что и как. Но здесь пока что прохладненько, не сильно большое. Но все-таки во Львове, мне кажется, было больше помещения. Реально было больше. И пока здесь реально прохладно, согласись, да? В теории, как бы тут может все нагреться, потом быть тепло. А это что за кубок? Женская лига чемпа. Фига себе, ребят. Дальше а-ля комиксы. Зона. Ну, я думаю, тут реально все так забьется, что здесь будет пройти очень тяжело. Ну, как всегда, бар, который сегодня будет пахать на полную мощность. Ну, такая небольшая зона, плюс вот фотозона. Как была во Львове. Это должно светиться. Уборная. Давайте пройдем еще дальше. А у нас здесь, наверное, то место, куда якобы должны будут уже заходить именно зрители. Сейчас посмотрим, что у нас там. Ага, да, вон снизу, смотрите, сколько людей. Тут ребята, в общем-то, нашли зону более-менее симпатичную. Тут даже еда все-таки есть. Ну, как еда сказать? Такой, типа, забить себя холестерином. Но потом будет все нормально. Будем скоро же выходить на сцену, подняли всех блогеров. Некоторые переживают. Нет, я переживаю, потому что первый раз. Привет, чувак! У нас сегодня с тобой там какая-то там должна быть... Коллаборация? Коллаборация, говорят. А что, мы будем СТБ смотреть БМ? Нет, наверное, там вроде какой-то батл. Батл? Да, но я еще не знаю. А что, буду панчи кидать? А я не рэпер. В общем-то, стандартно, как я валю, начинают выпускать блогеров.
все, теперь мы просто сидим в лаунж-зоне. Каждый думает теперь, что ему делать, а у каждого есть свое время по выступлению, там выйти на сцену, полялякать. Превью? Я скажу так, вот мне кажется, что людей чуть-чуть меньше, чем во Львове. Блин. Но по эмоциям все так же. Они кричат, рады, это круто. Андрей Чекменю, будь ласка, ваши вопросы. Нам нужно объяснить, что это, и вообще у нас есть вопросы в зале, если вы... Давайте за питание, let's go. Ребят, давайте свои вопросы Андрею, кто хочет задать. Давай, ты знаешь, о чем идет речь, задай вопрос. Теплый вечер, саксофон живем, кино и чечь. Задние лифты кино, ничто не вечно. Ничто. С тобой я теперь здесь затем, теплый вечер. Забываем. Фотозона прошла. Пойдем немножко в люди. Посмотрим, чем занимаются ребята. Именно за фотозоной. В обычном, в общем-то, помещении. На улице ни хрена не весна. Ну, снега не хватает, хотя в Киеве снег выпил. Очень холодно. И мы идем в антикафе. Ну, это не антихейтер или хейтер, это антикафе, да? Абсолютно. А что такое антикафе, расскажи мне. Это антикафе, но это кафе, но нет. Это кафе, но нет, да? То есть анти. Ну, блядь, вы все поняли, что это место. Ну что, мы поиграли. Некоторые ребята еще играют в футбольчик. Мы играли в мафию. Он, Виталик, рассказывает. Рассказывает про... Андрей, поздравляю тебя. Ты крутой мафиозник. Спасибо. Ну, я думаю, ведущий тоже был интересно, да? Да, вообще классно. Блин, я вот на самом деле первый раз в мафию играю. Ну, интересно вообще, да? Очень круто. Блин, мне понравилось. Еще хотелось, еще. Я думаю, в Харькове навстречу. Поиграем. Поиграем, да? Забавная только что ситуация была. Пытались попасть в свой номер, а оно типа не открывается. Думали, блин, что неужели за нас не проплатили? Не, сказали, что просто сбились настройки и... Ну, 2 часа ночи, ребят. Снежке не спится. Она захотела кушать. Да, Снежка? Пойдем сейчас на поиски шаурмы. Говорю, Снеж, давай отдыхать, я уже лег. Вот я голодная. Как я голодная усну. Хочу кушать. Все. Капец, ребята. Опять зима. Я в шоке. Вышли искать еду. Тут снег, холод, а мы ищем шаурму. Трындец, ребята. Начало 3:00 ночи. Начнем мы, короче, шаурму. Начали 3:00 ночи. Да. Скоро, ребята, апрель. Ну, относительно, через 2 недельки. Точно их топала, да? Ну вот прям трындец. Я в шоке.